Радость? Свадьба. На радостях стреляешь? Ну так уж, да. А как часто вы так стреляете? Нет, не стреляю. Первый раз. Задержанный мужчина был абсолютно трезв. Он не стал отпираться, что устроил стрельбу. Рассказал, что была свадьба, у всех гостей хорошее настроение. Вот от переизбытка чувств у него рука сама потянулась за оружием. А на травматике разрешение есть у вас? Да. А стреляли зачем? Праздник был? Свадьба. Отмечали так, таким образом? Свадьба, говорю. А во что стреляли? Просто воздух. В своем поступке задержанный не видел ничего страшного. Говорит, ствол травматический. К тому же стрелял он в воздух, якобы на значительном расстоянии от прохожих, поэтому точно бы ни в кого не попал. Он не понимал, почему люди раздули из этого проблему. А вы давно его покупали? Да, уже 2 года, наверное. Для самообороны? Да. Помимо травматического пистолета «Макарыч», полицейские изъяли большое количество патронов. Не исключено, что их владелец на этой свадьбе несколькими выстрелами ограничиваться не хотел. Молодого человека доставили в отдел полиции, где будут решать, стоит ли возбуждать уголовное дело. Равиль Сайганов, Сергей Ткаленко. Новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.